Начинаем выпуск с чрезвычайного происшествия на улице Республиканской в Лиде. В минувшие выходные в ночь субботы на воскресенье 28-летний личанин, находясь за рулем легкового «Пежо», не справился с управлением, и иномарка врезалась в балкон одной из многоэтажек. Водитель оказался зажат в салоне автомобиля. Для его деблокировки понадобилась помощь спасателей. С различными травмами пострадавший доставлен в Лидскую центральную районную больницу. Причина совершения данного дорожно-транспортного происшествия пока не установлена, так как не было возможности опросить водителя, потому что сразу же после совершения он был доставлен в реанимационное отделение Лидской ЦРБ. Предварительно он находился в состоянии алкогольного опьянения. На этой неделе в Беларуси ожидается снег. Инспекторы ГАИ предупреждают водителей об ухудшении ситуации на дорогах и рекомендуют им быть предельно внимательными, избегать резких торможений и отказаться от обгонов. Хотелось бы обратить внимание водителя на то, что в ближайшее время будет ухудшаться погодные условия и температура будет опускаться ниже нуля. Поэтому обращаюсь к водителям с просьбой не ждать 1 декабря, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю, а сделать это уже сейчас. А также пользоваться элементарными правилами безопасного участия в дорожном движении, соблюдать необходимую скорость движения, дистанцию, боковой интервал, не делать никаких резких движений.